Было особенно страшно, когда они жили в Ирпене, город такой, что они в подвале сидели с детками. У меня такое, я так переживала, он и муж, и все. Я ночью лежала и плакала. Кого мы ждем? Самых дорогих. Без слез не могу. Нам, благодаря вот сотрудникам Ассентрии, вот и Оле, и любые вопросы мы обращались, никогда не было отказа. They are regular refugees. They were filed through the Lautenberg program. They got approval back in 2021. All the time on the phone with their mother, who invited them here because they had to wait that long for the flights. I see there is email coming, flight is scheduled. There was so much joy. I felt like it's my sister's coming here. Верится, что мы уже вот, тут на месте. Это как вот, когда война началась, первый день, ну, вообще, типа, да, наверное, быть такого не может. Ну, как эта война даже началась? Понять. Мы думали, это за 3 дня как-то закончится, и все. Ну, мы бы, конечно, первое мечтали, чтобы дети наши больше не столкнулись с войной, потому что вот они такие маленькие, уже ощутили, что такое война, услышали. А тут хотелось бы, чтобы наши дети получили хорошее образование, создали хорошие крепкие семьи и были счастливыми гражданами Америки. Чтобы они были свободными. Вот, да.